Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы свяжем с вами манишку. Девчонки, это продолжение моего первого видео, ему 3 года, да, если не 4, по-моему, 3, вот если быть точной. В общем, не помню, то ли 3, то ли 4 года. Манишка для начинающих очень простая. Вот посмотрите, ну, я думаю, вы его видели. Вот, и за вот это вот время, эта же манишка, только в дополненном, улучшенном варианте, которую я адаптировала. То есть вы можете, там расчет был на один размер и на одну пряжу, но по вот этому мастер-классу вы можете связать любым узором. Вот смотрите, у меня резинкой и полупатентная резинка. Резинкой 2 на 2 вы можете связать. То есть здесь привязки ни на пряжу, ни на спицы, ни на плотность вязания, ни на размер. То есть от детской до взрослой, мужской и женскую, какую хотите. Я считаю, что манишка, она универсальный вариант. То есть сейчас куртки такие, сейчас такие куртки, на которых манишка должна быть у всех. Это такой лайт вариант, кто не любит шарфы, снуды, вот это все, ну, горло тепло. И под любую шапку вы свяжете, адаптируете под свой узор, под любую шапку, под любую пряжу вы свяжете эту манишку, которая подойдет, ну, практически всем. Вот, поэтому представляю этот улучшенный, доработанный мастер-класс. Она будет без шва, как первая. Вот, поэтому, я же говорю, это все за несколько лет у меня в голове уложилось, и вот выдалась вот такая вот улучшенная версия этой универсальной манишки. Вот. Ну, от вас я, конечно же, попрошу лайк, комментарий и репост. Так, первым делом, девчонки, что мы делаем? Мы вяжем образец той пряжи, которой вы будете вязать, теми спицами, которыми вы будете вязать. Вот я набираю обычно для образца 20 петель. Ну, это не обязательно, можно и 15. Ну, чем больше, тем мне кажется, что будет точнее. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Значит, у меня здесь две нити, одна кидмахер и одна полушерстяная. В общем, у меня такая будет манишка. И вяжу, смотрите, тем узором, который мы будем, вернее, вы будете вязать. Если это резинка 1 на 1, то резинку 1 на 1 вяжете. Если 2 на 2, то резинку 2 на 2 вяжете. Если пышная резинка, вот полупатентная, то, в общем, тот узор, которым вы будете вязать. Я вяжу резинкой 1 на 1. Спицы у меня 3,5 миллиметра. Вяжу немного, потому что высоту нам, плотность узнавать не нужно, нам нужна плотность в ширину. Все. Мы основываемся на этой же плотности. Ну, в смысле, в ширину. Нам для расчета нужна плотность вязания в ширину. Так, ну вот, я думаю, достаточно. Значит, 20 петель у меня, если измерить сантиметров, 7,5 сантиметров. 20 петель, которые я набрала, 7,5 сантиметров. Так, теперь меряем как окружность шеи. Я свою шею меряю, допустим, буду ориентироваться на свою. У меня это 35 сантиметров. Я на эти, как бы, сантиметры и буду вести расчет, потому что я хочу под горло. Для резинки я считаю вот такой вот максимальный расчет, никаких припусков, ничего и давать не нужно, потому что у нас это под горло, у нас манишка, которая служит
для того, чтобы давать тепло. Вот, 35 сантиметров. И теперь, сколько нам нужно набрать петель, мы не знаем. Нам нужно вот эти два числа умножить. 35 умножить на 20. Это будет 700. И делим на вот эти 7,5. В общем, получается, вот в остатке осталось 25. 7,5. 700 на 7,5. Это таким вот округленным грубым способом. 25 у нас в остатке. Это 90. Может быть, одна петля, но мы этого как бы считать не будем. В среднем это 90 петель. И я набираю. Петель на спицы, нишку к этой шапке, вот. Поэтому то, что я там добавила, это никого не касается. Значит, 90 петель, еще раз, 20 я умножила на 35 и разделила на 7,5 сантиметра, и я получила то число петель, которое мне нужно набрать. Я набираю 90 петель. Я набираю число 90 петель способом качели, кто его не знает. Кто не знает этот способ, я оставлю ссылочку под видео. Фабричный набор петель, достаточно тугенько. Вот, набираю 90 петель. 90 петель. Здесь в этом способе мы не добавляем одну дополнительную петлю для соединения, здесь мы будем соединять по-другому. Первый ряд мы вот так вот провяжем на ровных спицах, потому что здесь набор такой вот живенький, хлипенький, поэтому нам нужно закрепить. Я делаю узелок и вяжу первый ряд. Это, кстати, набор для резинки 1х1. Он также подходит для полупатентной резинки, которую вы тоже начинаете с резинкой 1х1. Если резинка 2х2, то набирайте способом для резинки 2х2. У меня тоже, кстати, есть видео по наборам, тоже вам оставлю. А при этом наборе вот здесь вот прекрасно видно, где у нас лицевая, где изнаночная. Вот она уже с узелком. И я вяжу первый ряд вот так вот, как есть, потом замкну в кольцо и буду вязать по кругу до нужной вам высоты. Вот какой вы отворот хотите высотой, такой вы и вяжете. То есть, по сути, если вот так вот упростить это все объяснение, то вы начали вязать свитер, да, вы определили, какую горловину вы шириной хотите, то ли хомут, то ли под горлышко. Вот для начала вы определяете ширину горловины желаемой. Я вот просто измерила горло, да, то есть у меня будет как водолазка. А вы можете уже определить по, как бы, ну, по желанию. Потому какая шапка у вас, вы же будете под, как-то подгонять под шапочку, правильно, чтобы было максимально подходило к вашей шапке. Вот. То есть узор значения по сути не имеет. Единственное, что имеет значение, я по ходу буду озвучивать, девчонки. Сейчас мы пока начинаем, вот это замкнем в круг, будем вязать, а потом по мере продвижения я вам буду озвучивать все нюансы, которые я как бы по своим наблюдениям, которые я каким наблюдением, вернее, каким выводом я пришла, и что у меня в голове устаканилось, как бы уложилось. Так, вот конец ряда. Так, я теперь замыкаю в кольцо. Здесь я что я сделаю? Я здесь
вот эту ниточку от набора, я ее просто привяжу, сейчас еще прихвачу, чтобы здесь у нас ничего не растянулось. Вот. Нет, я не буду двойной узел делать, не хочу. Все равно я потом... Значит, одним вот так вот, можно даже этого не делать. И соединяем мы в круговое вязание. Вяжем. Значит, что здесь? Мы лицевую вяжем вот за переднюю, за верхнюю, как бы, за переднюю стеночку. А изнаночную за заднюю. Смотрите внимательно, за заднюю. Нам нужна не крученая резинка. Это в том случае, если не крученая. Если перекрученная хотите, вот как в японских книгах, то вы берете лицевую за заднюю, а изнаночную за переднюю. То есть наоборот. Если вам нужна плоская, то лицевая за переднюю, изнаночная за заднюю. И она у вас будет лицевая, резиночка такая развернута. Если скрученная, я же говорю, то наоборот. И вот таким вот образом я вяжу высоту. Высоту тоже определяем, ну, как бы на свое усмотрение, по пожеланиям, как вы запланировали вязать вот эту вот манишку. Выше, ниже, шире, уже, это вы на вот этом вот этапе определяете, вернее, неправильно сказала, ну да, на этом этапе вы определяете ширину этой горловинки и вяжете вот столько, сколько вы хотите в высоту ее, в один отворот, в два отворота, в 3, 4, 5, ну, конечно, такого не будет, но это я так, вот, сейчас просто вяжете ровно на высоту. Итак, вот смотрите, я провязала в высоту. Вот я примерила, измерила, примерила на джемпер. Это я примеры привожу. Как вам визуально посмотрела, как это нравится, не нравится. Ориентировочно, вот смотрите, 19-20 сантиметров. Это у меня. Вот это вот, допустим, объемная, сейчас я вам скажу. Здесь, кстати, полупатентная резинка, а дальше кусочек резинки 1 на 1 в конце, чтобы у горла держалась, то здесь у меня 23 сантиметра. Вот если брать эту, то здесь у меня тоже 23 сантиметра. То есть это все индивидуально. Опять же, мужская это или женская. В общем, смотрите. Далее нам нужно... далее мы будем вязать вот этот вот хвостик. Девчонки, что хочу сказать. То первое видео, я думаю, вы смотрели. Ссылка будет обязательно под видео в описании. Как бы откуда ноги растут у этой манишки. Поэтому там у нас резинка 2 на 2. Вот толстая пряжа, оно еще кое-как улеглось. Вот теперь смотрите, если вяжете английской или полупатентной резинкой, все ложится шикарно вот здесь вот на манишку, так что не боимся. Далее продолжаем вязать полупатентной резинкой, либо английской, либо это. Вот эту вот я связала резинкой 1 на 1. Вот если это просто резинка 1 на 1 или резинка 2 на 2, то далее, вот видите, оно очень плохо ложится. Поэтому я рекомендую либо вот для второй части этой манишки перейти на платочную вязку. Либо на чулочную, а в конце обвязать крючком, либо пару рядов платочной, чтобы закончить это все дело. Но почему лучше платочная? Потому что по плотности вот она садится вот идеально, как и полупатентная резинка. Вот эти две вязки, они вот идеально сочетаются здесь, потому что здесь идет, видите, вот растяжение вот этой вот части. Вот таким вот образом. Деформация такая вот своеобразная. Поэтому здесь у своей в своем образце. Это я распущу и перевяжу. Это я просто оставила не перевязанным для того, чтобы показать вам, что лучше все-таки на платочную вязку перейти. Либо, если вы вяжете полупатентное, то на ней и остаться это подходит. А я же перехожу на платочную вязку. Вот. Смотрите, начало ряда у меня здесь вот ниточка. И я это делаю где-то вот здесь вот. Я даже, видите, провязала. Ну, в общем,
Вот это вот центр передней детали. Почему нить оставила там? Потому что все-таки соединение, потом я вам покажу, я соединю, и может все равно оно быть видно, понимаете, видно вот это соединение, может и нет, ну, у кого как получится. Вот. У меня 90 петель, вот, и их мы, в общем, общее количество петель ваших мы делим на 4 части. В общем, у меня это в среднем 22 петли, да, здесь тоже 8 и 2, 2 и 2 и 2 получается. Ну, в общем, 22 петли. Значит, это число, которое нам нужно добрать. То есть вы берете свое число, которое вы набирали петли для горловинки, делите на 4 и узнаете количество петель, которое вам нужно. Итак, когда мы определили, сколько дополнительных петель нам нужно вязать, вот так мы их набираем. То есть вот где вы определили место, где вы останавливаетесь, то есть где у вас будет передняя часть, здесь мы разделяем вязание на поворотные ряды и добавляем дополнительные петли вот таким вот образом. Видите, отсюда они идут, вот это будут дополнительные петли. Сейчас все будет понятно. Просто определите место, где у вас передняя деталь, и добавьте эти петли, которые вы посчитали. У меня это 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Все, теперь я поворачиваюсь. Вот в конце спицы я набрала, поворачиваюсь. И теперь далее мы вяжем поворотными рядами лицевыми петлями, то есть платочной гладью. Вот таким вот образом сюда, до конца ряда. Леска короткая, вот здесь вот желательно леску поменять на длиннее. В общем, я вяжу ряд до конца. Все петли лицевыми. Вот здесь мы переходим на резинку 1 на 1 и тоже ее провязываем лицевыми петлями. Так, вот мы добираемся до конца ряда. Вот смотрите, видите? Я начала отсюда, прошлась вот так вот и конец ряда. Теперь что нам нужно сделать? Вот последняя петля, смотрите, изнаночный ряд, да, вот если смотреть, мы шли по изнаночному ряду. Здесь вот эту петлю я переснимаю. И теперь мне нужно ее прикрепить вот сюда. Здесь мы смотрим, вот так вот хорошо выкладываем и цепляем уже вот эти набранные петли, то есть, вот где у нас первая петелька, вот она. Вот я ей цепляю, а здесь мне неудобно. Я возьму дополнительную спицу, потом оно уже будет удобнее. То есть здесь вот эту, которую мы подцепили, и эту, которую я пересняла, я возвращаю на дополнительную спицу и провязываю их вместе лицевой. Так не видно. Таким вот образом. И поворачиваюсь и вяжу теперь лицевой ряд. Вот. То есть вот здесь вот я прикрепила уже, сейчас будет виднее, едем дальше, там будет виднее. Теперь лицевой ряд, он у нас здесь начинается отсюда и заканчивается вот здесь. Вот вяжу лицевой ряд. Так, вот я довязываю до конца, и здесь кромочную я тоже буду провязывать лицевой петлей. Вот, вот он ряд. Сейчас я вам хочу показать, вот чтобы вам было понятнее. Вот если вот так вот смотреть, в лицевом ряду у нас здесь петли идут на этот уголок. Мы ничего не делаем.
Сейчас я перехожу, поворачиваюсь на изнаночный ряд и вяжу его отсюда и в конец. И вот здесь вот на стыке мы снова будем в изнаночном ряду присоединять. То есть в лицевом ряду мы не делаем ничего. Сейчас вяжем ряд вот сюда вот. И в конце присоединим опять же наши петли. То есть в этом месте, вот в этом месте мы присоединяем петли, тем самым этот уголок сшиваем. Можно не присоединять, если трудно. Но я думаю, вы разберитесь, лучше разобраться и присоединять, тогда одно цельное получается такое полотно. Сейчас я еще раз провяжу в конец. Несколько раз сейчас вам покажу, как это продвигается, это все дело. Вот, и я думаю, все будет легко. Так, в общем, вяжу я в конец ряда. Так, вот в конце, смотрите, вот сейчас это растягивается, не бойтесь, оно затянется, там ничего не придется ни сшивать, ни подшивать, ничего. Значит, последняя петля, я снова переснимаю, и вот смотрите, последняя петля, я переснимаю ее на правую спицу, здесь вот смотрите, здесь мы подцепили, вот здесь вот, теперь следующую петлю, вот. И желательно за две нити таким вот образом возвращаю вот эту вот петлю, вот эту мы подцепили за одну, и видно, да, лучше за две, чтобы плотненько здесь все, и провязываем их вместе лицевой, вот. То есть далее мы подцепили следующую петлю и продвинулись вот в эту сторону. Потом в следующем ряду видно, вот она подцеплена петелька. В следующем ряду это будет вот эта вот петля. Либо за одну, либо за две ниточки. Поворачиваемся и вяжем в обратную сторону до конца. Здесь у нас лицевой ряд, в нем мы ничего не делаем. Видите, здесь будут присоединения. Вот это растянуто, я вам серьезно говорю, что это растянуто из-за того, что спицы растянули. Оно устаканится, оно придет в норму. Так, подходим в следующий ряд. То есть я провязала лицевой до конца сюда. И следующий присоединяем. То есть далее мы вяжем точно так же. Мы просто продвигаемся в этих присоединениях. Опять, видите, оно видно будет. Это изнаночный ряд, и это стык вот этого хвостика. Одну петлю снимаем. Отсюда одеваем. Видно, да? Вот была одета петля. Вот она следующая. Я ее подцепляю на спицу. Эту возвращаю и вместе провязываем. Если сложно вязать две нити, ничего страшного. Берите одну, и как бы это не столь принципиально. Вот. И продолжаем. Продолжаю далее. Сейчас поворачиваюсь, вяжу лицевой ряд сюда в конец. Поворачиваюсь и за изнаночным присоединяю следующую петлю и так далее, 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 пока вот эти вот все петельки у нас не закончатся, пока мы не присоединим все петли. Вот. Видите, уже дырка здесь затягивается, она уберется. Так, хочу вам показать промежуточный результат. Смотрите. Вот. Так, здесь уже хватает этой спицы, как бы не нужно дополнительную. И все-таки я остановилась на одной ниточке. Поднимаю я одну и провязываю две вместе, не две. Дырочки, сейчас я вам все покажу, затягиваются. Вот смотрите, все отлично получается. Вот она лицевая сторона. Вот, видите, и соответствие плотности вот в платочной вязке, здесь совпадение идеальное, поэтому я рекомендую именно перейти на платочную, если вы только не на английской, вернее на полупатентной резинкой. Такое вот соединение прекрасное, и я еще довязываю до конца. Вот он,
наш уголок. Так. Вот он, последний ряд, девчонки, видите? Я приблизилась уже к последнему ряду. Здесь уже, если там я брала все-таки за одну долечку, стеночку, то здесь я обе поднимаю в конце и провязываю с последней петлей вместе. И теперь я все петли закрываю. Поворачиваемся, и здесь начинаю просто закрывать петли. Не затягиваем здесь, потому что в этом месте у нас вязание должно разложиться по... Вот так вот закрываю я петли свободно, чтобы это все у нас улеглось на плечиках. Далее нам останется только продеть кончики, и на этом все. Еще несколько нюансов расскажу. Так, последняя петля. Вот, продевать я буду иглой, не крючком в этот раз, а иглой. Так, значит, маскируем кончики. Пока маскируем, я вам рассказываю про то, что нужно подписаться, нужно поставить лайк, нужно поставить колокольчик, вот, написать комментарий, вот, быть активными, в общем, чтобы все у нас было хорошо, у меня и у вас. Поэтому нам нужна активность. Вот. И, понятное дело, моя благодарность вам за вашу активность. Так, вот еще давайте уже сделаю вот этот краешек, и еще вам скажу по поводу вот этой вот величины вот этой самой пелерины. Так, вот здесь вот я просто цепляю, вот смотрите, здесь у меня лицевая, и за следующую лицевую я цепляю и подтягиваю. Раз и два. Вот. Здесь у нас лицо, я ухожу на изнанку и увожу эту нить вовнутрь. Вот хорошенечко расправляем. Оно, в принципе-то, и не видно, но все равно стык виден. Вот. Итак, вот что у нас получилось. Если не хотите вот такую вот большую пелеринку, что она может быть лишняя у... Вот смотрите, как мужской вариант, вот достаточно такой маленькой. Вот. Просто чтобы шея закрыта была, а вот это вот, допустим, для детского, это хорошо. Если нужна меньше, вот, допустим, вот маленькая, то понятное дело, что вы делите, мы делили на 4, а мы... Это, в этом случае делать, то есть зависит от того, сколько вы петель наберете, вот этих вот, это зависит от того, сколько вы наберете дополнительных петель. Мы набрали 22, если, допустим, набрать 11, то будет вот такая вот маленькая, как бы, мужской вариант, который вот, вот так вот вполне себе достаточно. Вот таким вот образом, вот такая вот у нас манишка сегодня, девчоночки. А я с вами вот здесь вот такая она. Она потом еще, платочная вязка очень пластична, она уляжется, устаканится, и будет все хорошо. Идеальный вариант, конечно же, вот эта вот полупатентная резинка. Даже можно, кстати, девчонки, что хочу сказать, можно перейти не на платочную вязку, а перейти на полупатентную после горловины, перейти с резинки на полупатентную резинку, и вообще будет идеальная посадка. Вот. Ну, а в принципе, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.